С наступлением холодов с неожиданной проблемой столкнулись некоторые алматинские автолюбители. Несмотря на выпавший в южной столице снег, не все водители смогли сменить летние комплекты шин на зимние. Причиной этого стала популярная услуга сезонного хранения авторезины, к которой часто прибегали те, кому негде держать шины дома. Что произошло и можно ли доверять подобным сервисам, расскажут наши корреспонденты. Алматинец Артур Загидулин в этом году впервые решил воспользоваться услугой хранения автошин. Говорит, так и удобнее и недорого. В месяц всего 1200 тенге. Зато балкон и кладовая в квартире остаются свободными. Вот только когда Алматы засыпало снегом и он поехал на склад за своим зимним комплектом, там ничего не обнаружил. Мне рекомендовали тоже знакомые мне люди, тоже уважаемые, которым я доверяю. Поэтому я совершенно не сомневался, не переживал. После такой неприятной ситуации мне крайне тоже будет боязно оставлять им какие-то вещи. Ситуацию прояснил арендатор бокса, в котором хранились автошины. Канат Тулегенов рассказал, что из-за проблем с бизнесом задолжал владельцам помещения некоторую сумму. Несколько раз просил их подождать, но те отказались. В один прекрасный день бокс оказался вскрыт, и все 32 комплекта шин, хранившиеся в нем, пропали. Владельцы решили забрать их в качестве уплаты долга, который оказался в 20 раз меньше общей стоимости всех покрышек. Они сказали, что мы все выполняем правила договора. Я считаю, что это неправильно с их стороны, что данное имущество мне не принадлежит, а принадлежит третьим лицам, и они не имеют права с ним распоряжаться. Больше всего в этой ситуации жаль автовладельцев, поскольку их имущество давно распродано, каждому из них придется тратить деньги на новую зимнюю резину. При этом никто точно не может сказать, вернут ли они свои средства и когда это произойдет. В данном случае необходимо обратиться им с заявлением в отношении вот этого лица, с которым у них не было вообще никаких договорных отношений, который просто у них забрал имущество самовольно. Оно принадлежит третьим лицам. И вот эти третьи лица в данном случае являются потерпевшими. И именно из-за неправомерных самоуправных действий арендодателя. Во избежание подобных ситуаций юристы советуют, прежде чем доверять кому-то свои автошины, заключать договор, в котором не должно быть двояко трактуемых пунктов. Но лучше всего, говорят эксперты в области права, застраховать свое имущество от подобных неприятностей. Жанна Рахимжанова, Джамиля Османкулова, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.